Клемма с завода, она прячется. Вот здесь вот объединяется, обжимается с завода. С обоих вот сторон. Обжимка, да, да. С обоих сторон заводятся провода. Вот в этом месте стыкуются, прячутся. Даже не термоусадка, а простой муфтой. Ну, терм, да, да. В общем, суть какая, то, что чтобы снять вот крышку багажника на колени, хэтчбэк, нужно разрезать провод, короче, который вот соединяется, заходя минусовой. Здесь, да, минусовую массу, и оттуда заводится, с той стороны и с этой стороны. Вот, то есть проводку нереально без разрезов вынуть, да, вот то есть надо к этому здесь приготовиться. Здесь же фишка, которая идет здесь, вот по стойке она идет, и находится здесь, да. Но она широкая, она здесь не вылезет через эти отверстия, не пролезет. То есть проводку в любом случае вынимать оттуда, из крышки. И приходится и резать, и вот может даже и какие-то фишки придется распиновать.